Ну вот, наверное, правильно еще в самом начале спеть тоже песню, с которой Виктор Семенович все свои концерты в этом заведении начинал. Просто стабильно каждый раз только с нее. Но мы ее споем второй. Но она очень соответствует обстановке, а главное, нашему сегодняшнему состоянию. Называется эта песня «Божественная суббота» или «История о том, как нам Зиновьевым Кертом в гостинице «Астория» в Ленинграде не было куда торопиться». Такое длинное название придумал Булат Шалыч Акуджава, он же и предложил Горьковскому сочинить музыку к его стихам. Божественной субботы хлебнули мы глоток, от дома и работы укрылись на замок. Не суетная дама, не улиц мельтешня, нас не коснуться зяма до середины дня. Как сладко мы курили, как будто в первый раз, на этом свете жили, и он сиял для нас. Еще придут невзгоды, но главное в другом. Божественной субботы нам терпкий вкус знаком. Свой неприятный суд, а много ли нам досталось за жизнь таких минут? На пышном карнавале торжественных невзгод мы что-то не встречали божественных суббот. Веруй, мой друг сердечный, сдаваться не спеши, пока течет он грешный, неспешный мир души. Дыши, мой друг, свободой, кто знает сколько раз. Еще такой субботой, еще такой субботой, божественной субботой наш век от